Marina Tauber vrea să-și găsească o locuință la Bălți. Candidata din partea partidului politic Șor pentru funcția de primar al municipiului spune că vrea să fie mai aproape de locuitorii din Bălți. Astăzi, politiciana a fost surprinsă făcând din nou cumpărături. Правду слышали? Ищу место, где буду жить, дом или квартиру. Хотелось бы, чтобы было побольше места, чтобы можно было встречаться сейчас с людьми в том числе, потому что ну, у нас есть, конечно же, офисы, но, может быть, так будет удобнее. Мне хочется больше и больше находиться здесь. Я запланировала себе уже этот переезд, и примар должен быть рядом со своими жителями. И утром и вечером. Marina Tauber planifică să se mute cu traiul chiar în următoarele zile, iar pentru a face o alegere corectă, a cerut sfatul bălțenilor. Я спросила у праздных людей, у жителей Бельца, что бы они мне посоветовали. Пока не могу сказать, что определилась на каком-то конкретном районе. И вопрос не стоит в люксе или нет. Естественно, я как любой нормальный человек и как женщина имею свое понимание уюта, комфорта и хотелось бы, чтобы мне было приятно. Marina Tauber abia așteaptă să devină primar pentru a se apuca de lucru, mai ales că, spune ea, orașul are o groază de probleme. Давайте будем откровенными. Вот сейчас стоя здесь, то, что наши уважаемые пенсионеры, которые построили страну, вынуждены стоять и продавать цветочки, фрукты, иногда что из дома, это большая проблема. Ceva o să mănânc eu, ceva o să mă împărtășesc cu echipa, ceva o să transmit bunicăi, pentru că se vede că produsele sunt de calitate. Deja de mai multe zile, Marina Tauber își petrece timpul la Bălți, unde se întâlnește cu oamenii și gustă din bunătățile locale. Вчера мы пили кофе на площади. Мне тоже понравилось, какой выбор большой, с разными наполнителями, очень, очень вкусные виды кофе. Открытость людей меня просто ошеломила. Я ожидала, что, наверное, мы подружимся сразу, но как-то настолько теплые люди, настолько добрые. Видно, что столько у них проблем и очень ждут человека, людей, которые смогут решить эти проблемы. Локуиторы spun că au încredere în candidata partidului Șor. Конечно, конечно, дай Бог ей здоровья. Ну, все как не факт. Nu vindem în stradă și anul să ne facă un loc autorizat așa. Dacă va fi aleasă primar, Marina Tauber a promis bălțenilor să le creeze condiții bune de trai, să amenajeze orașul și să construiască un Nordland.